будет наше видео про Епишова, и я постараюсь совместить предыдущую съемку с этой. Посмотрим, что из этого получится. Кому интересно, смотрите. Ну чего ты, друган? Вон, на болоте уже лед. Все. Осталось только снегу выпасть. Что ты хочешь наступить? Подожди. Пойду погулять. Ну, там не погуляешь нифига. Я знаю такой лед. Ну ничего. О, еще два стоят, на нас смотрят. Вот этим здесь все-таки место и прикольное, да, Серега? Всем привет! Ну давайте сразу помашите ручкой. Это уже мы снимаем со второго дубля. Первый дубль, телефон глюканул. Пошли мы в Епишово проверить, как там дом. Нам сказали, что дома больше нет, но это нам уже говорят второй раз. Насколько это правда, мы не знаем. Сейчас мы все это проверим. Если дом стоит, то снимем, в каком он состоянии сейчас. Слушайте, только у меня такое ощущение, что тут как в фильме ужасов. Такое это, олени орут, как будто они всех разорвали, и вороны доклевывают тех, кого они разорвали. Я буду идти и говорить тихо, чтобы было слышно, как орут олени. Мы вообще хотели пройти сначала через это поле, но сейчас вряд ли мы будем это делать. Если уж будет тряска, извините, тут в таких экстремальных условиях снимаем. Серег, если что, будем в районе дома, беги в дом. Беги на гору, я не знаю. Может, они на гору не смогут залезть. Если надо, лезь вон на забор, пофигу. Лезь через забор. Перчатки, кстати, на руки одень на всякий случай. Чтоб удобнее было лезть через забор. Потому что оленяки относительно тебя вон близко. Слушай, надо, блин, реально к домику поближе. Ты смотри, что творится-то. Я-то думал, они оторали уже. Нет, у них еще ор идет. Вон тот с прямыми рогами, да? Помнишь, мы труп такой находили, у которого прямые рога. Вон тот вот, сука, орет, который бежит сейчас. Смотри, он бежит по той же схеме практически. Блин, и там еще орут. Да, они тут везде же. Так я и говорю, мычит, блин. Я, кажется, знаю, что он делает. Как мычат олени. Нет, там веселее. Чё? Ну, он, походу, за самкой гоняется, блин. Да, главное, чтобы он за нами не начал гоняться, чтобы на нее впечатление произвести. Ладно, что-нибудь из этого потом нарежем. Не, слушай, здесь ладно, здесь все понятно. Вот сейчас мы когда пойдем дальше, через то большое поле, мы будем вообще это уязвимые. Да, вот это поле самое опасное. Ну-ка, расскажи. Ну, смотри, видно, что ни деревьев, ничего нет. Даже если идти
по дороге ближайшей. До ближайших деревьев еще добраться надо. Да. Вот там-то мы и бегали прошлый год от оленя. Нет, мы бегали где-то там. Вон там мы стояли. Вон в той стороне. Блин. Ну чё, смертники, как бодрость духа? Смотрим в оба. Да, ты смотри. Ты ж помнишь, как он побежал. С другим побежал. Прямо он драться будет. Опа. Давай постоим. Посмотрим, чем этот цирк закончится. Догнал, чтобы поорать на него. Но он на нас смотрит, смотри. Да, блин, а ты слышишь, что там орут? Вон там, где в Епишово идти. Ну ты бы, так сказать, сходили в Епишово. А нам тут загородили благородный путь. Нифига нам не загородили, они в поле гуляют. Но все равно. Ага, сейчас, когда за тобой побежит, как прошлый год за нами, я посмотрю на тебя. И сразу, так сказать, ноги на тренированные места. Больше другого боюсь. Чего? За нами кто-нибудь другой не погнался. Да никто не погонится за нами другой. Никому ты не нужен. Будем надеяться, что сегодня никого не нужно. Это почти онлайн-трансляция, на-ка. Как мычат олени. Еще олени бывают, мычат вот так. Пусти меня, мне жить негде. Вот так еще олени мычат. Всем оленям посвящается. Вон там на дороге просто год стояли. Идем. Там дорога. Она вот туда идет. Мы вон стояли, вон там в прошлый раз. И он бежал вон оттуда. Вот так вот. Петлял к нам. Было весело, но не совсем. Через лес у нас точно не получится идти. Потому что через лес, если идти, вон тут их. Ну и так вот это. Пора? Конечно. Ну, ворон, когда нам попадается, у нас всегда все хорошо. Если что, Серег, ломимся вот в эти березы. Угу, сам понимаю. И будем кругами, блин, вот так бегать вокруг березы. Главное, чтобы не несколько оленях. Не, блин, ребят, это такое самоубийство какое-то. Ну, можно сказать, это видео будет в режиме стрима, только в записи. Если мы это пройдем, и вы это видите. Так, вот здесь, по этой вырубке. Не, ну я тоже не хочу в Ивановской полиции. В общем, мы решили пойти через вот эту. Пока не выключай, пойдем. Уже вороны каркают. А мы идем в самую эту стаю оленей. Нет, пойдем в деревню. Я ебал. Это первое матное слово, которое я сегодня сказал. Не наступи в говно. Угу. Вот. Хрен его кушать всего.
Вот, оленьку прикопаешь. Где мать? Где он там орёт? Ты его сними. У нас Александр бессмертный. Да. Он просто еще не он познал еще прелести не бега от оленей. Он еще не знает. Каковы. Он сейчас просто ради понта может начать перед ними это. Понты колотить. Вот, видишь, он к нам идет. Я Нет. тебе за это и говорил, бля. Короче. Сразу. Короче, вот, видите, только что он нам говорил, да ладно, пойдем. А я тебе говорил. Он сейчас ради понта может к нам пойти. Мы уже это все проходили прошлый год. Все, оно пошло. Хотя это как вроде. Так, за тылом надо еще поглядывать. Да. Как бы мы даже не наткнулись на такого же. Ну. Опа. Убежали. Убежали? Нет, все. Нет, пошли. Встали на поле. Не, ну встали на поле. Мы все равно пойдем мимо деревьев. Я думаю, это видео можно не монтировать, реально, да. Его как трансляцию бы запустить. В общем, все оказалось куда интереснее, чем мы ожидали. Ну что, как? Как ощущения? Пока нормально. Не первый раз, так что... Ну да, мы как бы знаем, что от них ждать. Ребят, ну уж тряски не избежать в этом видео. Как ни крути. Зато это, можно сказать... Уникальный контент. Вон, и ворон все кружит. Блин. А здесь вообще вот такой дремучий лес опять начинается. Вон они все тут обглодали, обтоптали, обкопали. Ну ладно, походу это... Еще нам говоришь, только не хватало хрюшу встретить, блин. На деревья-то быстро лазит кто, я уже нет. Ну, вроде, первый квест мы прошли. Олени отбежали в сторону. Мы живы. Поэтому мы сейчас выключаем телефон и включимся, когда будет какой-то кипиш. Реально, это все равно стрёмно. Да, Серёг? Говорю, реально, это все равно стрёмно. То есть, вот мы сейчас идем, да? Они вон там, и надо пройти быстро, и чтобы было, если что, место, куда убежать за деревья. По-другому никак. Конечно, вы можете назвать это безумием, но безумие это совершенно другое. Безумие это, в общем, нельзя об этом на Ютубе говорить. Тут у меня такое объявление. Очередное. Я сейчас делаю, можно сказать, ремикс на четвертую поездку в Веретьево, да? И я ее сейчас смонтирую, обработаю и выложу. Вот. Олень стоит. Мы тут идем по... Ну, это вроде одинокий. Ну, это одинокий, но там дальше где-то орет. Главное не попасть между двух оленей. Угу. И, в общем... Я там немножечко убрал лишнее, наложил фильтры, как говорится, сделал вступительную речь с другого видео, ну и так далее. Вон их сколько-то. А сейчас мы пробираемся под, как это называется у нас, просека, да? А? Да хрен с ним, что дом-то видно. Ну чё, как бодрость духа. Да, давай поближе
к деревьям, реально. Так, сзади нет никого. Он бы мычал. Блин, у меня уже что-то сопли оттаяли. Вон он стоит, на нас смотрит. Не, почему? С ним полно вроде было тоже оленей. Нет, он пошел, пошел. Ладно, все, идем дальше. Ну да. Сейчас от деревни отойдем подальше. Так-то? Что у нас там? Впереди еще, что ли, орут? Ну да, вот дом жилой-то. Тихо. Ладно. Что там воет за тебя? А, ну вот этот жилой дом. Если он, Серега, насчет собаки кипишует, если собака-то побежит, мы ее просто забрызгаем баллоном, да и все. С собакой проблем нет. Вот. Проблема с оленями. Ну что тут, сыро? Просто в наших берцах по-сырому лучше не ходить, блин. Я уже знаю, как в них вода наливается. Вон этот дом. Вот здесь мужик живет. Машина едет. О, дятел. Я из-за чего говорю, надо завязывать по дорогам ходить. Тихо, подожди, не спеши. Что-то дятлов до хрена, да, Серег? Ну что, как там? Оленей нет впереди? Тогда полезли. Просто если есть олени, я думаю, это вот что за грибы? Не кулаки? Ну вот мы подходим к более стрёмному прохождению. Здесь поле 500 метров. Деревьев нет, бежать некуда. Вот так вот. Ребята, я бы рад вам убрать тряску с камеры, но здесь вот такая кривая дорога, поэтому запись будет с дружками. Так, боевой уже сюда смотрит, да? Самый рогатый. На это стадо такое сопливое, как сказать. Они убежали. Эти убежали, да? Угу. Вот эти не самые смелые. А кто там дальше будет? Ладно, идем. Там он еще у нас. Это. Как его? Леваки какие-то. Справа убежали. Вон там, там вон вор на кого-то доклевывают. Ё-моё, не видно. О, просто. Слабо. Так. Ты видишь, они не самые смелые. Это убегают. Ну да. Нам главное до домика. До того, если что, добежать. Да. Как-то я себе этот поход представлял по-другому. Я тоже. Они что, мы? Раз, стадо. Или стая, как мне нравится. Два, три. Ладно, хоть сзади никого.
Как бодрость духа? Да не знаю. Да ладно, пройдем. Первый раз, что ли? Вон, те уже побежали. А, расскажи ему про травоядных, он забыл. Ага. Палкой ты их будешь отпугивать. Ага. Вон там два стоят. Пацаны, вы с какого района? Не, эти два, это фигня. Нет уж, пойдем по щебенке. Это хоть какое-то удаление вон от тех. Да, они тут все какие-то сыпливые по сравнению с тем. Но здесь меньше народу просто ходят. Там они уже более привыкшие. Привыкли. Бычень гораздо, а тут сразу все видно. Сразу дистанция 200 метров. Замычал. Опа, чуть телефон не уронил. Там на друг друга мычал, кстати. Там два боевых. Ну. Походу. Все, лезь в эту трубочку. Да мы туда не пролезем в одежде. Ты что? Сколько ты там сидеть в этой трубочке будешь? Ага. Они могут сюда прийти. Вообще, изначально я планировал снять коротенькое видео, а не вот это вот все. Изначально подразумевалось, что это будет коротенькое видео, но мы не ожидали, что олени до сих пор орут, и мы будем идти и снимать, как мы пытаемся пробраться сквозь ревущие стаи, стада, как хотите называйте уже, оленей. Это было жестко. Еще и вороны постоянно летают. Кар-кар-кар-кар. Вот так, кругами. Вон там они уже, кстати, вон они. Кого-то дожевывают. Прям клюют. Вон они полетели. Типа, а, летим, пацаны нас спалили. Да? Ну вот, сынок, мы подошли к Епишову. Харе мычать! Самый умный, что ли? Да, самый умный нашелся, что ли. Мы тоже орать умеем.